Кино и танец объединились этим летом в Петрозаводске. Увидеть переплетение времен в одном из городских районов и выразить их движение удалось участникам лаборатории «Кинотанец». Карелию можно изучать совершенно по-разному, да, то есть мы привыкли по одним и тем же дорогам ходить и совершенно не думать о том, что можно на них смотреть совершенно с другой стороны. И ведь это уже целая история, да, которой когда-то не будет, когда это все перестроят, застроят. При работе над созданием фильмов участники проекта детально изучили район Зарика. Танцоры, фотографы и видеографы узнали, на что обращать внимание при изучении города и как определять культурный код района. Очень важной составляющей, наверное, проекта было изучение города, потому что мы решили выбрать район Зарики как очень такой интересный, необычный район, в котором переплелись разные времена, для того, чтобы он стал площадкой для съемки наших фильмов. А для того, чтобы исследовать город, мы пригласили урбаниста Святу Мурунова. Участников разделили на команды. Каждой предстояло снять свой фильм в жанре кинотанца. Эксперт Дина Верютина считает, что сложнее всего командам было выбрать итоговую идею сюжета и договориться между собой. Кинотанец – это искусство про диалог. Потому что если кино, оно у нас очень иерархичное, да, у нас есть такая жесткая вертикаль режиссуры, и мы все к этому привыкли, то здесь, так как априори сталкиваются две иерархии – хореограф и режиссер, то есть такие две мощные силы, им нужно договариваться. И поэтому в кинотанце без диалога вообще нельзя. На выставке представили не только фотографии из закулисья, но и картины. Художники изобразили городские пейзажи на зеркалах. По замыслу организаторов, так город отражается в каждом из нас. Любовь Хорошко, Сергей Беляев, служба новостей.